Друзья, этот вебинар очень важный, потому что этот вебинар для новичков, которые вообще не знают, что такое метод саморегуляции ключ. А здесь с самого начала. И на этом вебинаре будут показаны классическая синхрогимнастика, будут объяснены принципы, правила и приемы, которых в мире раньше никогда не было, этих принципов, правил. Это новые принципы, правила. Как даже эту синхрогимнастику сделать индивидуально для каждого из вас, чтобы вы могли подбирать индивидуальные приемы. Там есть критерии подбора, там или принципы, там вы все узнаете. И мало того, там есть принципы и правила, как подобрать действия специальные для разгрузки, чтобы разгрузиться от всех накопленных впечатлений, тревог, беспокойств, выйти на состояние такой гармонии и закрепить у себя этот навык, чтобы вы потом могли за короткое время, без всяких упражнений, в любой момент получать у тебя это гармоничное состояние, чем бы вы ни занимались. Очень важный вебинар. Да-да. Новые принципы, правила и приемы. И синхрогимнастика, и разгрузка. Это я повторил, чтобы вы знали, что мы там будем делать. Каждый подберет для себя именно свое. Как рубашку по размеру. До встречи.